Завтра Михаилу Ефремову исполнится 60 лет. Круглую дату актер встретит в Белгородской исправительной колонии номер 4. На юбилей созвонится с семьей, пишет «Комсомольская правда». Поклонники прислали имениннику рукописные поздравления, а друзья – открытки и письма. Также для юбиляра заказали торт через федеральную систему исправления наказаний. Иван Охлобыстин надеется на освобождение друга по УДО следующим летом. Напомним, в колонию Ефремов попал в ноябре 2020-го. За смертельное ДТП он получил 7,5 лет. В июне актера не взяли добровольцем на СВО по состоянию здоровья.